гости! Мы рады приветствовать вас в этом зале на торжественной церемонии вручения медали «Юное дарование города-курорта Железноводска 2017». Славьте Железноводск своими делами. Спасибо вам, что вы есть. Мы начинаем церемонию награждения. Всех участников церемонии мы просим оставаться на сцене для памятной фотографии. На сцену приглашаются учащиеся педагоги и наставники, которых впервые принимают участие в данной церемонии. Начальная школа Колчева Александра, победитель краевого конкурса «Красный галстук в моей семье», руководитель Глова Елена Анатольевна. Лицей номер 2 Арзамасцева Анна, победитель краевого конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», руководитель Морозова Ирина Владимировна. Краевой этап, руководитель Лукьянова Диана Борисовна. Победители краевого слета юных экологов, школа лесной экологии в номинации «Экологический марафон». Карасева Александра, Шварц Яна, Широнова Светлана, руководитель Шевченко Татьяна Игоревна. Школа поселка Капельница, Неверова Алиса, победитель краевого конкурса проектно-исследовательских работ «Грани науки 2016», руководитель Калекла Анна Федоровна. Гордимся тобой. Так держать, молодец, чтобы еще было 100 таких педалей. Давай, молодец. Южно-российский лицей казачества и народов Кавказа. Магомед Заджиев Руслан, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществу знания. Богданов Иван, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществу знания. Всероссийской олимпиады школьников по праву. Альберт Оксана Ивановна. Дом детского творчества Копаева Амина, победитель краевого этапа всероссийского конкурса «Моя малая родина», руководитель Калашникова Наталья Анатольевна. Победитель третьего международного хореографического конкурса «Белоножка Ирина», «Виноградова Анфиса», «Заплёстова Маргарита», «Кармалькова Ангелина», «Музырина Алиса», «Подомарёва Виктория», «Тишинка Ирина», «Садыкова Анастасия», «Жиработова Татьяна», «Шай Виктория», «Притула Ксения», «Павусенко Дарья», Ходова Диана, руководитель Емишева Галина Александровна.
Короткова Виктория. Куртова Мария. Кулова Анна. Домоюнова Милена. Кузьмина Анастасия. Ягубова Алики. Вокальном искусстве. А сколько сегодня сейчас было на сцене, сколько еще будет? Кузнецова Ирина.
творческое восхождение. С российского конкурса «Хрустальный шар» Ворожба Анастасия. Горгин Елизавета. Горгин Ксения. На сцену приглашаются обладатели 4 первых мест, победители турнира лауреатов во всероссийском конкурсе хореографического искусства «С пятки на носок». Победители 7-го международного фестиваля конкурса «Звездный дождь», краевого конкурса фестиваля детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир», всероссийского фестиваля конкурса «Полифония сердец», коллектив «Фэнтези», садовничья Валерия. Дорогие друзья, ну я пользуюсь тем, что после меня сюда уже вряд ли кто-то вынес поздравления. Хотел бы поделиться с вами мыслью. Вот вы знаете, пока вручалось, наверное, эти милые наши детские подростковые лица, такая мысль возникла. Никто, конечно, не вел статистику на предмет того, сколько на душу населения там одаренных детей, людей. Но мне сдается, что мне подсказывают, что Рязанске больше всех. На 50 тысяч населения больше 200 только детей. А мы еще не считаем подростков, взрослых и так далее. Нам есть чем гордиться нашим родным и любимым городом. С праздником всех же навощаем. Спасибо большое. Итак, под аплодисменты памятное фото.